Привет, дорогие ценители футбола, дорогие любители игры номер один в мире. Меня зовут Егор Дергачев, и я рад приветствовать каждого из вас в своем видеоблоге. Продолжаем говорить про 14-й тур чемпионата России по футболу и поединок, который пройдет в Казани у нас на повестке дня. Местный Рубин принимает московское Динамо. Приход Дмитрия Хохлова на пост главного тренера московского Динамо пошел явно москвичам на пользу. Динамо обыгрывает в домашнем поединке СКА Хабаровск. Ну а в предыдущем туре Ростов у себя дома принимал Рубин, и нынешняя команда Курбана Бердыева была сильнее бывшей команды этого тренера. Казанцы одержали победу на выезде, минимальную победу, правда, стоит отметить 1-0. И стоит отметить тот факт, что Ростов даже где-то владел больше инициативой и создал, мне кажется, чуть больше опасных моментов, но футбол есть футбол. Курбан Бердыев умеет настраивать свои команды на такие вот минимальные победы, и мне кажется, что домашний поединок против московского Динамо для Рубина будет вот такой вот очередной минималистично победный. Я уверен в том, что Рубин победит, поэтому предлагаю просто взять чистую победу Рубина. Коэффициент 1.77, нужно потихонечку Рубину приближаться к зоне Еврокубков, и вот такие поединки с московским Динамо — это как раз вот те матчи, где очки терять ни в коем случае нельзя. Если вы согласны с тем, что Рубин одолеет московское Динамо, то поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Если же у вас есть свои мысли, какие еще варианты ставок можно придумать на матч Рубин-Динамо, обязательно напишите их вот там, вон, внизу, в комментариях к этому прогнозу. И, конечно же, буду рад видеть вас всех у себя в друзьях ВКонтакте и в своей группе ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья, вступайте в группу, ссылочки вы найдете в описании у этого ролика. The farmer takes the wife.